Мини-рынок на пересечении Чернореченской и Клинической. Обычно здесь идет бойкая торговля, но не сегодня. Больше половины киосков разом закрылись на учет. Кто сидит внутри в киоске, кто уехал домой? Вот все. Отлично. Все до одного киоска закрыты. К приезду нашему все до одного киоска закрыты. Да. Рынок, который стихийно образовался много лет назад прямо под окнами домов, не дает покоя их жителям. Шум, грязь и повсеместные нарушения санитарных норм. Вот они когда торгуют, яблоко съело, огрызок бросает, летит к нашему дому. Поторговали, ящики под балконы складывают. Плюс ко всему, в туалет, чтобы сюда не ходить, они быстренько в траву сели, все свои дела сделали. Нам это надо? Киоски на этом перекрестке растут, как грибы, говорят жители. Появляются и на тротуарах, и норовят уже занять проезжую часть. Сужали, сужали, сужали. Сейчас вообще не проехать и не пройти. Там скользко от колес вот эта вся эта наледь, и проходишь, ну просто не пройти к дому к своему. В прошлом году я вот чуть этими ногами не попала под колеса. В понедельник на совещании мэр Самары Дмитрий Азаров дал поручение главе Ленинского района Сергею Семченко в кратчайшие сроки убрать из центра города нелегальные торговые ряды и обозначил жесткие сроки. Киоски незаконные должны быть удалены, Сергей Дмитриевич, точка, все. Вот вам в феврале с этой задачей предстоит справиться. Одиночные они, не одиночные, меня не интересуют. Они нарушают закон, им нечего делать на улицах нашего города. На Чернореченской клинической около 50 торговых объектов, 36 из которых установлены незаконно. Предприниматели не платят аренду, налоги и практически даром пользуются электричеством. Владельцам вынесли уведомление убрать киоск самостоятельно до 1 марта, иначе его уберут силами администрации. Да, есть ряд объектов, которые имеют правоустанавливающие документы, там вот ряды стоят. В любом случае, основываясь здесь на мнении жителей, обратимся в Министерство имущественных отношений с просьбой, ну как минимум, наверное, тогда не продлять договор. Аренды. Борьба со стихийной торговлей ведется уже третий год. Начиная с осени 2010 года с улиц города вывезено 3139 незаконных объектов. Марина Матвеевична, Дмитрий Тарасов. События.